Газовики – это те, которые работают в «Газпром Трансгаз Томск». Это очень сложная работа, потому что там работают в разных условиях. В жару, в холод и даже там, где комары. Немножко. Газовик – важная профессия, потому что газовики добывают газ. Газ нужен людям. Папа устает на работе. Он делает сложные дела. У папы может быть много работы. И папе надо это сделать все вовремя. Да, папе очень нравится папина работа.